Да блин. Тупые псины надоели лаять уже. Yes. Nice. Где они всегда не псина? На вокзале скорее. Как заказать игру? Донатом? Доброшка тебе поможет. Она у нас модератор. Объясни, пожалуйста, все нормально, только Доброшка. У меня в самом очевиднейшем месте руин заспавнился. Знаешь, Ков? Нет. Привет, чувак. Достал. Это достал. The power of Legion! На крюк повесил будто Демогорган. Да нет, ничего Демогоргана здесь нету. Киро, Куин. Привет, Вуни. Какими судьбами здесь? Дисконнектнулся. Горело. Делает. Да, я вообще самый сильный легион на Диком Западе. Нет, не падай. Не упал. Спад пришел. И как? Надоели тебе пары? Платон Плей, добро пожаловать. Как сегодня много людей новых. Или вы не новые, не новые, вас стирают лаской. Куда они испарились? У него выпад довольно большой с ножом. Я краб с ножом! Я краб с ножом!
не успел. Напугал. Она обманула сама себя. Черный гепардик, добро пожаловать. Не, никаких Брайанов я не смотрю. Я смотрю только Друманинов. Я снимаю видео и сам же их смотрю. Найс. Пока надо донатить. На что? Да спрашиваю модераторов, я сейчас не могу ответить. Модераторы на все ответят. Я не глухой. А то угадайте, кто оторвал наполовину пластинку ногтя? Молодец. Я краб с ножом. Ты не запугаешь меня. У меня есть ножик. Тыкать тебя. Оу, щит. Ты так-то не модератор, Вуни. Ух ты. Блин, они один генератор читили. Ну, ты, кстати, когда перелазишь, у тебя не действует бешенство. Найс, забайтил. Настоящий мордор по-английскому убийца. Мёрдор. Или Мёрдерер, погодите. По-моему, Мёрдерер. Не помню. Но если убийца, то скорее киллер. У меня, блин, мой нерсколинг не работает. Доброшка, боязнь и лень — это не одно и то же. Зачем? Зачем будем блочить? Я гопник. Добро пожаловать, Олег Дробот. Я за тебя рад. Мёрдер убийство. Мёрдерер убийца. Да-да-да. Краб с ножом убил еще одного выжившего. А, я вижу по воронам, куда вы пошли. Я вижу, где вы. Я чую ваш страх. Я чую ваш страх, мистер Нея. Зачем, мистер Нея? Зачем? Зачем вы делаете это, мистер Нея? Где живешь? В России? Если больше интересует информация, можешь посмотреть в разделе обо мне. На Твиче есть ссылка, но я ленивая жопа, еще на YouTube ее не перетащил.
еще за ними побегать. Да, потому что разница. Палетки уже все сломаны. За Легиона немножко прикольно играть. Почему-то, когда он бежит, у меня ощущение, что я играю за чертового гнома. Но, знаете, у него так ножки внезапно входят в него, и он начинает уменьшаться. Это у меня еще нет аддона на то, чтобы доски ломать своей жопой. Хорошо бегает. Но я все равно нагоню, я просто заработаю третий бешенство и все, а пока я пофармлю себе очки крови. О, ты увернулась, да. Девка. Ну и что делать будем? Че, думаешь, уйдешь? Надо вырезать этот матч за Легиона. Модератор, напишите вырезать матч за Легиона. Пусть будет. Мне понравился. Я вообще удивляюсь, как я побеждаю за Легиона. Я немножко не понимаю. Но не могут же все сурвы поголовно быть плохими подряд. Но я почему-то стабильно продолжаю побеждать за Легиона. Хотя это скорее из разряда фантастики. Зелененьким он был, в траве сидела Вуня, зелененькой была. Знаешь Coral Field или Identity 5? Нет, не знаю такого. Я побеждаю за Легион. Я знаю, как я побеждаю за Легиона. Легко! Сейчас почитаем, что вы там пописали. Меня уже гладит по головке Вуня. А надо по жопке, Моник. То эти игры похожи на ту игру, в которую ты играешь. Ну, есть похожие, да? Но прям такой нету. Ну да, сурвы просто плохие. Вот поэтому я, видимо, и побеждаю. Ну, потому что я еще не уверен, по-честному я побеждаю или потому что игра мне подсуживает. Потому что вот вроде сурвы, а вроде у них все перки первые. Этого просто бомбануло.